У Беларуси 15, у Польши 13 годин. Проходит международная акция «Станем за журналистику». Журналистку Тамару Шчапеткину осудили на 35 базовых величинь. Память ахвяр сталинского террору ушановали под Варшавой. С новинами Яна Запольская. Сегодня в разных краинах проходит кампания солидарности «Станем за журналистику». С 2007 года акцию организует Международная федерация журналистов с метой притягнуть увагу громадскости до холодных погрозов, с якими сутыкаются работники сродков массовой информации. Як отзначает Белорусская ассоциация журналистов, все лето холодной погрозой Украине – стало распочинание криминальных справ у дочинения до ведомых журналистов и редакторов недержавных медиа, так званая справа Белта. Незалежные аналитики перекананы, что таким чином улады спробуют заполохать да узять под контроль головные недержавные медиа. Журналистов и редакции подтримали Евразвяз, Совет Европы, Европарламент, США и международные правооборонные организации. Информационный выпуск про Сходину. Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе. Зменливая хмарность у нашем белорусско-польским помежье без истотных опадков от плюс 10 до плюс 13 градусов, на пересечении до плюс 15. Ветер поуднево-усходний до 6 метров на секунду, атмосферный тиск выше за норму. Радио Рация. Перше трансграничное радио ФМ.